конечный результат. Нарезаем. Я достал с морозилочки. Маленечко разморозил. Смотрите, какое сало. Обалденное получилось. Всех приветствую, друзья. Сегодня мы с вами отойдем от рыбалочки и посолим сало. Сало на рыбалке — это ух, с хлебушком. Очень вкусно. Ну давайте, что нам нужно? Конечно же, сало, перец черный молотый. Я использую вот такую вот соль подольскую. И надо нам головочку чеснока. Одну. Ну, сало я уже порезал. Давайте мы разведем соль, нарежем чеснок и дальше продолжим. Нарезал я чесночок, взял емкость, я чашечку насыпал соль, берем перец молотый, засыпаем и отправляем чеснок в эту же емкость. Все это мы тщательно перемешиваем. Перемешали. И теперь будем мы обмакивать свое сало. Ничего лишнего я не ложу. Нам что надо взять? Взять емкость и на дно насыпать сольки. Уже наше, то, что мы сделали с вами. Теперь берем кусочек сала и обмакиваем его. Так обмакиваю, не жалея. Я больше ничего не добавляю сюда, кроме перца, чеснока и соли. И да, когда вы ложите в емкость, ложим вниз кожурой, ну, шкурой, чтобы шкурка была мягче. Вот так вот его обмакиваем. И снова мы положим в емкость, хорошо прижимая. Вот таким вот образом. Я еще выложу все сало и дальше буду показывать. Выложил я первый слой, да. Я еще добавляю немножко лаврушки. Таким вот образом. Для запаху. Первый слой я выложил. Сейчас немножко подсыпаю вверх. Солью также. И буду выкладывать второй слой. Выложил я второй слой на рыбалочке. Осталось тут концовочка. Немножко. Обязательно сало делаем. Кожей вниз. Так будет у нас с вами кожица мягкая. На рыбалке без сала я как-то уже привык постоянно сало на сачке его разогреешь. Ох, это ж просто бомба со свежим хлебушком. Хлебушек тоже на костре. Это бомбически. Ну вот, сало мы посолили с вами. Сверху я остаточки подсыплю сюда. То, что у нас осталось, солька. Вот таким вот образом. И все это сало я оставлю на сутки при домашней комнатной температуре. На сутки. Он даст у нас туздучок такой, ну, скажем, сок пускай будет. И через сутки я вам покажу, что будем делать дальше. Прошли у нас сутки. Вот такое вот стало у нас сало. Я его сейчас переложу на чашечку верхнюю. Такое плотное стало сальце. Видите, дал он свой сок. Сейчас этот сок я
вылью. И верхнее сало, которое вверху у меня был слой, я переложу на низ. А нижнее наверх. Слил. Верхний положил под низ сало, а нижний наверх. Теперь мы убираем в холодильник на нижнюю полку от 3 до 5 суток, в зависимости от толщины сала. Постояло у нас сало 5 дней. Сейчас избавимся от лишней соли, которая здесь осталась. И в пакетик и уберем в морозилочку. Убираем лишнюю соль и потом в пакетик ее сальца. Убираем потом в морозилочку. Чесночок мы тоже на место ложим, который у нас чеснок подсолился для вкуса. Конечный результат. Резаем. Я достал с морозилочки. Маленечко разморозил. Смотрите, какой. Обалденное получилось. Подписывайтесь, друзья, на канал. Будет много интересного. И всем до новых встреч. И пока-пока.